Звезд в небо не ловят, а зарабатывает. Юлия Гераева в сферу туризма пришла всего полтора месяца назад. В короткий срок заработала уважение начальства и коллег. А сегодня и почетную грамоту из рук Ицура Медшина. По результатам конкурса «Звезды гостеприимства» она самый доброжелательный турменеджер этого года. Мы сначала разрабатывали туристический маршрут и представляли его клиенту. Потом мы представляли туристическую выставку, представление собственной турфирмы. Бармены, официанты, гиды и турменеджеры партии горничные отличников в сфере гостеприимства выбрали в 8 номинациях. Подобный конкурс – отличный стимул работать еще лучше, тем более, что это лето станет особенным для туристической индустрии Казани, уверен мэр города. Летом нам предстоит принять у себя чемпионат мира по футболу. Мы ожидаем огромное количество гостей. Свое гостеприимство на конкурсе продемонстрировали порядка 110 участников. За плечами многих из них WorldSkills. Подобный конкурс повышает интерес к рабочим профессиям в сфере туризма, говорят организаторы. Среди официантов, барменов работают в основном студенты. Но мы вот хотим очень популяризировать эти профессии, чтобы, во-первых, они становились именно как был кадровый рост. Лучшие из лучших получили сегодня денежные премии. И уже завтра они снова выйдут на работу. Ведь сейчас весна, это значит, туристы просыпаются от зимней спячки и едут в самый гостеприимный город. Динара Камалова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.